слова медперсонала, в прошедшие выходные в приемное отделение Центральной районной больницы поступило 37 человек, получивших травмы при падении на скользких дорогах. Четверо из них пострадали достаточно серьезно. Ну, обычные травмы, переломы. Шейки бедра было несколько переломов. Ну, обычно голеностопный сустав. Несмотря на эти факты, руководители служб благоустройства утверждают, что работы по обработке дорог песком были сделаны вовремя. 19-го дождик прошел, наледь была, и, значит, мобильная группа у нас существует. Вышла бригада зеленопаркового хозяйства. Песок у нас все заранее был заготовлен, песчано-соляная смесь. Все участки в городе были просыпаны. Тротуары вычистили до асфальта. А дождь прошел резко, мороз, и получилось как стекло. Мы прям с утра, в субботу и воскресенье вызвали людей специально, чтобы они работали. Как нам удалось выяснить, предприятие благоустройства Солнечногорска «Чистоград» охватывает не все городские территории. В этом и есть корень проблемы, говорят в районной администрации. Есть территории, которые на сегодняшний день не закреплены за тем или иным предприятием или организацией по обслуживанию. Конечно, это плохо. Вот. Мы над этим вопросом работаем. По словам Алексея Сидорова, на 2007 год уже подготовлен проект постановления по закреплению городских территорий. Осталось найти финансирование. Но пока решаются эти вопросы, жителям города стоит быть более бдительными. Однозначно нужно беречь себя, нужно проявлять осторожность при передвижении, особенно людям пожилого возраста, потому что, к сожалению, у людей пожилого возраста более хрупкие кости, и то, что люди более молодые ощущают как ушиб, к сожалению, у пожилых людей это чаще будет перелом.